Новенькая, дай списать. Продолжаем. Юль, на какой вопрос отвечает наречие? Когда? Хорошо. Например, приведи примеры наречия времени. Даша, помогаем Юле. Накануне. Понятно. Еще? Иногда. Молодец. Страница номер 44. Упражнение номер 8, Артем. А я не знала, что ты еще в школе. Почему ты тут сидишь? Ты же не ходишь в кружок. Я сейчас пойду, просто решила еще немного посидеть в школе. Пошли. Уже все уходят. Можем немного погулять. Правда? Конечно, мы же с тобой подруги. Ладно, хорошо, пошли. Ну, что скажешь нам? Почему у тебя снова такое девиантное поведение? Почему Алевтина Васильевна снова жалуется на тебя? Сколько это будет продолжаться? Да ну все же и так понятно. Зачем это обсуждать снова? Так, это что еще значит? Ты как разговариваешь с директором? Да нет никаких проблем. Просто небольшая перепалка была с Егоркой. Это ты называешь перепалкой? Ты ему чуть глаз не выбил. Да ну случайно же. Совершенно случайно.
Он сам подставил глаз. Хватит. Молчи. Совсем уже от рук отбился. И куда только мать смотрит? Ну так сам и спроси у нее. И куда мы смотрим? Почему он снова оказывается здесь? Это и твой сын тоже. Значит, мы оба за него в ответе. Да. Оба. Мы оба. Это наш совместный продукт, так сказать. Мы вместе произвели его на свет. Но у меня и других забот хватает. А еще с этим шалопаем разбираться. Папа, я все понял и так. Зачем мне говорить о том, что я и так знаю? Я обещаю вести себя в рамках приличия. Нет, ты слышала? Ты слышал, как он запел? В рамках приличия. Иди сюда. Во-первых, я тебе здесь не папа. Я не папа. Я твой начальник. Ты меня понял? Так, точно. Не кривляйся. Я не кривляюсь. Хватит поясничать. Я и не поясничаю. Во-вторых, ты что, в школу ради забав ходишь? Ты знаешь, сколько таких еще голов, которых набить нужно знаниями? Твоя задача сегодня основная – получать знания и учиться. Ты меня понял? Да, начальник. Ты думаешь, образование тебе не нужно? Думаешь, если мы тебя кормим, одеваем, то и учиться не надо? А? А тебе лишь бы только собакам хвосты крутить. Ты так думаешь? Да не думаю я так. Вот и не думай. Возьми себя в руки. Это стыд-то какой. Сын директора и устраивает разборки в школе. У тебя, наверное, еще и банда есть. А? Кто в школе стекла бьет? Да какие разборки? Какая банда? Мы же просто дурачились. А про стекла я вообще не знаю ничего. Ты посмотри на себя. Волосы растрепанные. Неопрятные. Чумазые. Горе ты мое луковое. И куда только мать смотрит. Ты должен выглядеть как настоящий мужчина. Какие в нашей семье главные ценности? Относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А если ты будешь бить в глаз каждому встречному поперечному, что тогда получится? Тогда и сам в глаз получишь. И тогда я уже не смогу тебе ничем помочь. Сам будешь выбираться. Лев, да пусть идет уже. Голова от него болит. Ладно. Голова у всех от тебя болит. Заколебал уже всех. Иди. Кстати, какие сегодня знания получил? Да так, немного того, немного сего. Это что значит немного того, немного сего? Ты в школу для чего приходишь? Чтобы получать знания. Чем больше знаний в твоей голове, тем больше и уважения будет. И ценить тебя будут больше. Тогда и ты к другим будешь относиться с уважением. Ты меня понял? Да, начальник. Ну давай. Иди. Богдан! Что? У тебя когда следующая тренировка по боксу? Сегодня вечером. Иди-ка сюда. Ну-ка, ударь. Еще. Еще. Эй, слабак. Сначала нужно удар поставить. Иди, ученик. Устала? Да, голова болит. Береги себя, Аля. Нам с тобой столько всего предстоит сделать. Вот увидишь. Наша школа будет самая лучшая по успеваемости в районе. Ты разобрался с новыми партами? Ну, вопрос почти решен. С новыми учебниками и книгами я же разобрался. Книги лучших изданий. От Пушкина до Тургенева. Аля, у нас будет самая лучшая библиотека. А почему же вопрос только почти решен? Да. Ты, как всегда, замечаешь все тонкости. Да чего тут замечать? Книги новые ты очень долго выбивал. И то их в итоге на всех не хватило.
Что верно, то верно. Имеется у меня моральный конфликт с одним человечком с администрации, который подписывает документы. Ты не говорил мне? Да, не говорил. Да и зачем тебе? Чисто мужской конфликт у нас. Угу. Ну вы же взрослые мальчики. И все должны решать по-взрослому. Да. Решим. Решим, Аля. Иду на компромиссы, приходя в администрацию, разговаривая с ним. Образование, конечно, важнее личных давних разногласий. Лев, если ты захочешь, ты сможешь сделать все. Ты это сам знаешь. Так, давай работать. Я тебе хотела про одну ученицу рассказать, которая перешла к нам недавно. Инга Федосеевой. Ты должен с ней пообщаться. Невероятная девочка. А что с ней не так? Ты все поймешь, когда пообщаешься с ней. Ладно, давай. У тебя же день рождения. Я решил сделать тебе подарок. О, а что это? Это деньги. А сколько тут? Много, Богдан. Хватит, чтобы купить тебе и клюшку, и коньки, и сразу шайбы. Папа, ты самый лучший! Четверть закончишь хорошо? Пин-код скажу. Я так знал, что какой-то подвох есть. Ничего, Богдан. А что? Это твоя цель. Мотивация. Пока ты еще сам не можешь трудиться, но цену деньгам должен знать. Просто так в жизни ничего не делается. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ты меня понял? Понял. Пойдем домой. Мама нам приготовила праздничный стол. А про карточку ей ни слова. Ты меня понял? Ладно. Ну, пошли. Вот я думаю, как им не стыдно. Как не стыдно, они же... Они уничтожают нашу культуру. Они просто ее убивают. Как же они могли так поступить? Как они могли закрыть 6 библиотек? Ты можешь это представить? Кто они? Спекулянты. Я их и называю спекулянтами. Как можно? Это же какое преступление? Преступление против нашей культуры? Сегодня они закроют библиотеки. Завтра они закроют кинотеатры. Потом театры. Мы обязаны защитить. Нужно защитить наших детей, наше будущее. И почему у нас на календаре и не тот день, и не тот месяц? Ну так возьми и переверни. У нас даже некому календарь перевернуть. Спасибо, Алечка. Спасибо за завтрак. Все, как всегда, было очень вкусно. Я сегодня на работу пораньше ухожу. Угу, давай. Спасибо за понимание. Увидимся. Хорошо, дорогой. До вечера.
Здравствуйте. А, Варя, что у нас новенького? В основном все спокойно, Лев Антонович. Только двое из 5 А на прошлой неделе опять тут пытались в туалете карбид с водой смешивать. Опять? Ох, управы нет на них. И где они все это находят? Химики недоделанные. И что ж ты сделала? Как увидела, то дала им по башке, карбид выбросила. О, это ты правильно, Варвара. Все правильно сделала. Ты будущий учитель, вот и следи здесь за порядком. А у меня и так дел не проворот. Хорошо, Лев Антонович. Случайно там слухи не ходят, он нам стекла бьет. Нет, все молчат, как партизаны, Лев Антонович. Ладно, Варвара, возвращайся в тыл, так сказать. Следи за порядком, как в армии, чтобы все было по уставу. А если нужна будет поддержка артиллерии, всегда обращайся. Поняла, Лев Антонович. Да, кстати, просьба у меня будет к тебе одна. Нужно будет учебники в соседний класс занести. Хорошо, Лев Антонович. Так, Кузьмин, ты готовился к уроку? Нет? Двойка. Петров, а ты готовился к уроку? Нет? Как всегда, двойка. Егоров, а ты? Тоже нет? Двойка. Учиться, учиться и учиться. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнуты негой взоры. Навстречу северной авроры звездою севера явись. А дети-то где? Починю. Кто же, кроме меня, починит? Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Павловна, ну, стол более не шататься, я все починил, а? Спасибо, Григорий, я поняла. Пожалуйста. Конечно, с превеликим удовольствием. Вы обращайтесь ко мне, если что надо сделать. Вы хорошо, только скажите, Григорий. Я приду и все сделаю. Я поняла, спасибо большое. Не отвлекайте, пожалуйста, от работы. Аля? Ты где? В кабинете начальника классов? А, ну да. Кабинетов же у нас не хватает. Я тебя понял, понял. Сейчас буду. Ага. Так. О! А где все дети? Прогуливают, что ли?
Лев Антонович, садитесь. Сегодня у нас внеклассный урок с одной ученицей, с Ингой. Она очень хочет вас удивить. Давайте, давайте. Что за урок? Вот давайте и посмотрим. Интересно, интересно. Покажи нам свои способности. Экспонируем матрицу алгебраических дополнений. Находим матрицу, союзную с матрицей А. О, как! Какая умничка. Она, наверное, отличница. А теперь мы находим неизвестную матрицу. Все? Решила? Инга, подай учебник. Лев Антонович, посмотрите, что это за учебник? Так, так. Я не понял. Она решает задачи из высшей математики? Она решила уже почти половину задач. Ответы правильные? Давайте посмотрим. Да. Решение Инги соответствует правильному ответу. Как и все предыдущие задачи. Как ты смогла это решить? Это у тебя что, уравнение такое? Это матричное уравнение. Матричное? Матричное. А как это? Как это решается? Что за задача такая? Да, это матричное уравнение. Инга уникум. Она самостоятельно изучает теорию высшей математики. А как она решает-то? Я не знаю. Я так вижу. Иногда формулы вычисления мне снятся. Ну, как бы готовое решение всплывает во сне. Потому что чаще всего во сне мне снятся только числа и больше ничего. Что же это получается? Что Инга теоретически умнее, чем я? И теоретически, и практически. Ну и ну, Алевтина Васильевна! Это же какое чудо учится в нашей школе! Вундеркинд! Настоящее золото! Так, Алевтина Васильевна, нужно срочно создать новость для стен газеты, чтобы все знали, какие уникальные дети учатся у нас. Это будущее нашей страны. Это наши Перельманы. Папа, и Ковалевская. Папа, уроки закончились. Можно идти домой? Вот и Вовочка наш. Наш Перельман и Эйнштейн. Иди сюда, Богдан. Познакомься. Вот с кем ты должен дружить и уму набираться. Слышишь? Инга знает столько, сколько тебе и не снилось. Ясно. А может, нам стоит Инге дать... задачи тысячелетия, вдруг что получится? Наверное, Лев, это будет для нее сложно. Но почему же Перельман решил же гипотезу Пуанкаре? Может, и у Инги что получится? Подождите меня! Да, конечно. Ну, я тебе не могу сразу так сказать. Ну, нет. Ну, ты же должен понимать, что продажа квартиры – это проблематично. Надо подумать. Хорошо, я подумаю сначала и... Ну, давай ты приедешь, и мы с тобой поговорим. Все обсудим. Угу. Да, угу.
Ну все, давай тогда, до встречи. Да. Я на лодочке плыву по реке широкой, на далеком берегу домик одинокий. Здравствуйте, Лев Антонович. А, Галина Васильевна, здравствуйте. Проходите. Проходите. Как вы поживаете? Все хорошо у нас. Можно как-то вашу курточку? Давненько вас не видели, мама. А я пришла внука навестить. Как вы сами? Ничего, нормально. Как здоровье? Нормально. О, в пакетике что-то принесли. Проходите. Проходите, пожалуйста. А я сегодня пораньше на работу решил пойти. Так что вы располагайтесь. Все. Все. Алечка, я пошел. Здравствуй, мама. Здравствуй, доченька. Как ты поживаешь? Со своим львом? Ну что ты, мам, конечно же хорошо. Хорошо, прекрасно. Очень хорошо. Пойдем пить чай? Пойдемте. Я не против. Мне так отрадно, так светло, я поцелуями покрою уста и очи и чело. Здравствуй, Григорий. Лев Антонович все выполнил, все сделал. Григорий. Спасибо тебе, что снова поставил стекла. Да о чем вы говорите? Это ж моя работа. Деньги платят. Одно прошу, Гриша. Ну не лезь ты к Александре Павловне. Очень прошу. Бога ради чего? Тебя прошу. Я к Александре. Да если хотите знать, вот на чистоту. Александра, она ж сама на меня глаз положила. Что за ерунду ты говоришь? Ну с чего ты взял, что она на тебя глаз положила? Делать больше нечего учителю историю за тобой приглядывать. Да. Я не вру. Встренулись мы, значит, ту коридоре. Вот туточки. Она мне и говорит. Так, мол, и так. Помоги, говорит, пособи, говорит, укласться, парт починить. Ну и что с того, что она тебя попросила? А я сразу смекнул. Ведь что с того? Ведь починил. Она меня стала так благодарить, так, что это был явный знак. Хватит, Гриша, хватит. Иди работай, иди работай. А я смекнул. Честности.
рядом мы теряемся в вечности. Еще чуть-чуть подожди, рассвет впереди. На грани всех морали весь мой забытый сон. И ждать осталось только светлых лучей в окно. Когда коснешься их, ведь в этом и есть восторг. Тогда поймешь, что в них и был настоящий сон. Далечка, сколько лет мы с тобой уже вместе? А как ты считаешь, спустя столько лет наш брак стал крепче? Да, Алечка дорогая, конечно, да. А любовь? Любовь, дорогая, живет всегда в моем сердце. Ну давай, веди меня на свой концерт. Кто поет? Что за исполнитель? Расскажи. Да, концерт сегодня замечательной певицы. Диана. Из пожелтевших книг извлек ты свою мораль. Танцуй всю жизнь так, словно жизнь это карнавал. И научиться прощать, пожалуй, лучший дар. И наградим тех, кого посчитаешь за... Сколько еще можно ждать, Стасик? Да я понимаю. Мы стараемся. Я даю тебе слово, что мы соберем. Дадим тебе деньги. Я ж понимаю, что мы тебя тогда подставили тогда. Никто не знал, что так получится. Не надо мне этих соплей. Ты понимаешь, что я здесь ненадолго. Мне нужны мои деньги. Мне нужно все, что мне причитается. Понял меня? Да. Не люблю я так, когда все не по-моему. Короче, отдадите, и я уйду тихо. А нет? Да понял я, понял. Даю вам неделю. Ясно. Неделю. Спасибо. Спасибо.
ты знаешь, сегодня ничего не получится. Ну, моя сегодня дома. Ну, вот так как. Добрый вечер, Лев Антонович. Здравствуйте. Ну, давай, до завтра. Целую. Инга? Что? Что произошло? Не плачь. Что случилось? Меня выгнали. Мама выгнала меня из дома. Как это выгнали из дома? Они все время кричат и ругаются. Сказали, что от меня нет никакого прока. Они меня ненавидят. Ну что же за люди они такие? Как это можно выгнать? Слушай, Инга, я сам тебя отвезу домой. Пошли. Добрый вечер. Меня зовут Лев Антонович. Я директор школы, где учится Инга Федосеева. Кем вы приходитесь ей? Ну и что тебе надо, директор? Вы отец. Ну, допустим. И что? Понимаете, что вы вредите своей дочери. Как вообще могло быть такое, что вы выгнали ее из дома? Это не твое дело, как мне к ней относиться. Я никогда не спрашивал и не собираюсь спрашивать советов, как мне жить. Речь идет о ребенке, о вашей дочери. Не твое дело! Не твое дело, как мне к ней относиться. Это тебе. Тебе нужно влачить рабское существование и отечеству поклоняться. Носить маску справедливого и порядочного человека. А мне твое отечество только всю жизнь подлянки устраивало и жить мешало. Родителей похоронило заживо.
Так что ты свои советы оставь при себе. Понял меня? О чем вы говорите? Вы что, живете на необитаемом острове? Вы сами-то живете по принципу «человек человеку волк». А мораль человеческая всего лишь маска для вас, да? У вас дочь с умом академика, а вы мне тут Ваньку валяете. Строите себя униженного и оскорбленного. Что ты сказал? Вадик, это кто? Вадик? Да так, пришел тут один блюститель порядка. Пусть он уходит, скажи ему, пусть он уходит. Ты кто? Как вам не стыдно? Вы посмотрите на себя. А что тебе не нравится-то? Уходи отсюда. Вали отсюда, ты мешаешь нам, ты не понял? Вань, пусть он уйдет. Вали отсюда. Слышь? У Инги тетка есть. Вот пусть и едет к ней. Инга, ты, главное, не волнуйся. Все наладится. Всякое бывает в жизни. Запомни, мир не без добрых людей. В мире очень много хороших людей. Да, я знаю. Знаю. Все образуется. Вот увидишь. У тебя же есть тетя. Где она живет? Она живет далеко. Я ей звонила. Она сказала, что пока в отъезде. Ясно. Лев Антонович, вы можете мне чем-нибудь помочь? Мне так страшно. Я боюсь умереть. Что? Что ты говоришь? Все будет хорошо. Ты не умрешь. Я помогу тебе. Да. Я помогу тебе. Слышишь? Как прошел день? Хорошо. Как твои тренировки? Хорошо. Уроки все сделал? Да. Что-то подозрительно, у тебя все хорошо. Ну да, так и есть. Все хорошо. И что это у тебя за привычка такая? Есть одни котлеты. А остальное кто будет доедать? Макароны кто будет есть? Мама, что ли? Да нет, просто котлеты очень вкусные. Да пусть ест он уже эти котлеты. Я вот не пойму, на что тебе два компьютера? Один для игр, другой для фильмов. Не обнаглел ли?
В общем, так. Один компьютер, а дашь Инге. Он ей нужнее. Ты меня понял? Ладно. Вот и хорошо. Вот и замечательно. Да, Алевтина Васильевна? Что с тобой? Почему ты плачешь? Мама давно мне не готовила так вкусно. Ты что? Ты что, моя хорошая? Иди сюда. Инга. Что, Богдан? Не грусти, ладно? Хорошо. Можно я присяду? Садись. О, а мне папа кредитную карту подарил. Теперь я могу купить клюшки, коньки и шайбу. Вот только он мне пока что пароль не сказал. Ну ничего, когда мне скажет пароль, я могу, что хочу купить. И тебе тоже могу, что хочешь купить. Что тебе надо? Я не знаю, мне ничего не надо. А я знаю, что тебе надо. Привет, это я, Мишка. Это тебе. Спасибо, Богдан. Пожалуйста. Лев, как же такое возможно? Что они за люди такие, что так обращаются с ребенком? Это позор нации. Люди, для которых нет ничего святого. Они были и будут. Бедность, безграмотность. Вот пороки нашего общества, которое превращает человека в зверя. Гуманность невозможна без воспитания и настоящего образования. Вот так, Аля. Лев, ну как же ей помочь? Нам нужно найти ее тетю. Здравствуйте. Виктория Сергеевна, можно войти? А если нет, Ваня? Мне нужно поговорить с вами о вашей дочери. Поговорить минут 5-10 и все. Как вы меня достали-то все. Заходи. Пройдемте в комнату. Ну, проходи. А что такой серьезный-то, а? Я по делу пришел. Будешь? Угу. Сейчас сбежался. Ну, помнишь в детстве? В детстве-то ты помнишь, как мы с тобой дружили? Ты такой скромненький был. Так,
Виктория Сергеевна, не надо тут фамильярничать, понимаете, я при исполнении. Вот, значит так. На вас, сударыня, поступило заявление от директора школы. То, что вы, оказывается, свою дочь выгнали из квартиры. Я ее тут не вижу. Да ты что такое говоришь-то? Чё несёшь, не угоняла я ее к тетке, я ее отправила жить. У нее живет, потому что не могу я здесь содержать сама, понял? Не могу. Вот из-за этого, да? Из-за алкоголя? А при чем здесь это? А из-за чего? Она уже взрослая. Взрослая? Да. Да ей 14 лет. Взрослая. Она вот возьмет, бродячить начнет. Плохую компанию попадет. Что потом будет? Скажи-ка мне, а? А пусть сама думает, как ей жить. Да ладно. Пусть понимает, что в жизни не все так сладко бывает. 14 лет. В 14 лет я грибы собирала и продавала их на рынке. Тебя ж папаша, небось, не драл за волосы, да? Не заставлял тебя денег домой приносить. Виктория. Вика. Мы с тобой знакомы как бы с детства, да? Ты пойми, я пришел сюда не как участковый. Но мне придется принять это заявление. Потом к тебе придет... Что ты несешь? Инспектор по делам несовершеннолетних, соцработники. Понимаешь, что это будет? Дальше. Что будет? Ха, лишение родительских прав будет. А мне какая разница? Они же придут, они это все увидят. У тебя на кухне бутылок сколько? Плевать я хотела на все. Плевать! Как всем плевать на меня. Я не понимаю. Что ты творишь-то? Ты приходишь сюда и строишь из себя всего такого хорошего. И не знаешь, что такое, когда ты пашешь целый месяц, как лошадь на работе. А потом тебе дадут зарплату за весь месяц. Да на один только раз сходить в магазин. И тогда ты поймешь, что всем плевать на тебя. И я ни перед кем присмыкаться не буду. Но тебе ведь этого не понять. Как не понять? Все работают. Что ты делать-то будешь? Ну ты пойми, Вик, так нельзя жить. Хватит. Ну хватит уже. Из запоя выйди, а? А мне хорошо. Да, понимаешь, мне хорошо. Телевизор посмотри. Офигительно. И ты не указывай, как мне жить. Я сама разберусь, что мне надо делать. Да ладно. А потом я квартиру продам, и все у меня совсем замечательно будет. Ну и где ты будешь жить потом? А мне плевать. Зато буду при деньгах и свободна. По барам будешь шляться? Хоть и по барам, тебе какое дело? Ладно, короче. Вика, я тебя предупредил. Предупредил, что подвинок тебе точно придет. Давай. Предупредил, а теперь давай, иди отсюда. Иди давай, иди. Давай, иди. Найдем общее решение однородного дифференциального уравнения. Вычислим корни вспомогательного характеристического уравнения. Софья Ковалевская. Мы сейчас посмотрим. Вот Алевтина Васильевна, какая у нас ученица. Блестяще. Да, это действительно очень одаренный ребенок. Такие уравнения под силу только лучше студентам нашего университета. Несомненно, у нее большое будущее. Да, Сергей Павлович.
Инга у нас самородок. А, скажи, Инга, а ты раньше знакомилась с теорией высшей математики? Да, рядом с моим домом есть библиотека. Я часто туда хожу и там изучаю учебники высшей математики. И ты все хорошо понимаешь? Ну да, я быстро запоминаю основные формулы и развиваю решение любого уравнения. Ха, замечательно. Но есть одно но. Понимаешь, ты каким-то образом находишь верный путь к решению уравнения, но ты все время пропускаешь полную последовательность решения. Нельзя пропускать ни единого доказательства. Нужно все решать правильно. Для начала тебе нужно было построить частное решение. Вот в данном уравнении правая часть является квадратичной функцией. А стало быть, частное решение мы находим аналогичным методом. Вот смотри. Да, числа А, Б, С определяются методом неопределенных коэффициентов. Но здесь производная второго порядка равна 2А, а не АХ дважды. Ха, действительно, невнимательность. Молодец, молодец! Давай, готовься к тому, что будешь учиться в нашем университете. Ты станешь настоящим ученым. Сергей Павлович, но у Инги не все так просто в жизни. У нее сложная судьба. Поэтому давайте не будем торопиться. Посмотрим, как будет дальше. Да. Сергей Павлович, может, вы пообедаете с нами, прежде чем идти? Нет, знаете, скоро дождь начнется. Я лучше пойду. Я не люблю дождя. Да, совсем. Просто там промокнешь, вымокнешь, там вещи сушить. Я лучше пойду. Ну, как хотите. А я не знала, что у тебя дома не все хорошо. Почему ты мне об этом не рассказывала? Я не знаю, я стеснялась. Но меня ты можешь не стесняться. Ладно, хорошо. А давай будем лучшими подругами? Давай. Инга!
Ну ты чё опять, пьяная? Вадик, там эти приходили, ты слышишь? Из органов, Вадик, слышишь? Они про тебя расспрашивали. Этот директор на тебя пожаловался. Подожди. Вадик. Что ты им Он сказал? На тебя навёл. Что ты им сказала? Я ничего им про тебя не сказала. Ну мало ли с кем, я живу, какая им разница? Ты говорила обо мне или нет? Вадик, я только им сказала, что ты приехал и всё. Ты же мой, ты всегда останешься моим. Ты же останешься, да, Вадик? Нет. Ну, ответь. Прощай. Вадик, не уходи, пожалуйста. Чё пялишься? А ты, смотрю, настырный, директор. Что вам нужно? Навел на меня соцработника, участкового. Что ты хочешь? Надо же мне вас как-то проучить. Совсем уже совесть потеряли. Вы позор нашего общества. И детей поэтому наших мучаете. Была бы моя воля, я бы вас всех куда надо. Так ты проучить меня вздумал? Смотри, сам не пожалей. Директор. Танцую с девочками. Мне очень нравится. Ну, не знаю. Я никогда не была в лагере. Как это так? Ну, меня туда не приглашали. Ты такая смешная. Нужно, чтобы тебе родители взяли путевку. Родители? Ну, да, наверное. Ты же понимаешь, что я не твой отец. Мать у тебя болеет. Ее лечить надо. Езжай к тетке, она поможет. Спасибо и на этом. Богдан, пойдем. Thank you.
Слышала, там очень сложная ситуация сложилась. Да, даже не верится, что такая мать у нее. У меня самого нервы на пределе. Душа неспокойна из-за того, что Инга так страдает. И что вы сейчас хотите предпринимать? У нее же вроде тетя есть, да? Да, но она сейчас в Беларуси и пока не может вернуться. А, понятно. Ну, надеюсь, наладится все. Доль, которую тебе должны. Все собрали. Молодцы. Все собрали. 300 штук. Все, Вадик. Мы ж не хотели кидать тебя на деньги. Ладно, ладно, не парься. Чё, боишься, что ли? Почему? Нет. А ручки-то трясутся. Ну ладно, я пошел. Пока. Стасик, Стасик, не выживешь ты в этом городе. Чтобы здесь жить, нужно подниматься. Топтать всех и подниматься. Ты знаешь, я с юности хотел заниматься своим бизнесом. Родители мне хорошее воспитание дали, правильное. И сейчас у меня свое дело прибыльное. И есть планы, как дальше двигаться. Мне очень много людей говорят: вот в кризис как ты выживаешь? Я хочу сказать, что главное же делать все для людей. Если добросовестно работаешь, то тогда у тебя будет результат. Я считаю, что надо с душой подходить к делу, и за это люди будут тебя благодарить. Слушай,
Ты такой классный мужик. Я вот до сих пор не понимаю, ты почему так и не женился-то? Ну да, это больная тема. Друзья тоже мне об этом говорили. Женись, говорят, давай. Я говорю, вот все ищу да ищу. Ну, наверное, главное, чтобы добрая была. Конечно, добрая, веселая. И главное, чтобы красивая была, как ты. Да, вот это интересно. Тебе не кажется, что ты слишком шумишь? Да нет, дружище, мы не громко сидим совсем. Я не понял. Ты как со мной разговариваешь? Такие вот дела. Ненавижу таких, как ты. Что-то я не видел тебя тут раньше. Сейчас ты узнаешь, кто я такой. Слушай, давай поговорим спокойно и все. Да. Максим, может быть, не надо, пожалуйста, не надо. Ну, успокойся, зайчонок. Все будет хорошо, мы просто поговорим. Привет. Испугался? Что вам надо? Да так, поговорить. Ты же приходил ко мне, да и думаю, я к тебе зайду, к старому другу. Нам не о чем с вами говорить. Да. А я вот так не думаю. Балуешь сынка, да? Что это значит? Где Богдан? А вот давай зайдем и поговорим. А я все думал, чего ж ты меня так напрягаешь-то? Я даже школу вспомнил. Было время. Ты ненормальный. Так и норовишь сделать какую-нибудь подлость. А к чему все ты это? Ты подожди. Подожди. Вот у меня матушка была. Набожная очень женщина, веришь ли. Все меня в храм водила. Был там один батюшка. Помогал нам все время. По доброй воле, так сказать. Вот он весь такой был, как ты. Справедливый. Так вот, он все нам и подносил разные продукты. А матушка его за это возносила, и меня все к нему водила. А я приду в храм, он меня к себе позовет и говорит, давай, мол, посидим. Много, говорит, нехороших людей на земле, которые вредят все время. Опасайся их, не связывайся с ними. А сам меня в это время все поглаживает. Сперва по голове погладит, потом по спине, потом по ноге. И так все время и было, пока матушка меня к нему водила. А я думал, сказать ей об этом или нет, как мы с ним там время проводим. Думал, подкину монетку. Орел? Скажу. Орешка? Так пусть приходит. Матушке все-таки не просто было одной. И сколько я не кидал монетку, все время решка выпадает. И вы поэтому обозлились на весь мир? И думаете, что все люди такие, как он? Вся жизнь – игра! И мы играем в ней роли, которые нам суждены! Орел,
Хватит мне твоих игр! Где мой сын? Снова капельницу поставили. Да, Алечка. Да. Болит? Да все это ерунда, Аля. Все пройдет. Ну как же? Как же так могло произойти? Ну, значит, так надо. Главное, что Богдан жив и здоров. И все у нас будет хорошо. Добрый день, Лев Антонович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Спасибо, уже лучше. Понятно, понятно. Ну, по вашему вопросу. Ранение средней тяжести у вас, жизненно важные органы не повреждены. Преступник знал, куда нанести ножом удар. Видимо, просто запугать хотел вас, но не убить. Но вы его нашли? Было установлено то, что этот негодяй
сожительствовал с Викторией Сергеевной долгое время. По ее словам, она пояснила, что он собрал вещи и уехал в неизвестном направлении. Так что... А, мы, кстати, пробивали по базе ИБД его. У него неоднократные были приводы, судимость за мошенничество с купли-продажи квартир. Еще он по малолетке цыганку сбил. Ну, поправляйтесь, Лев Антонович. А этого гаденыша мы найдем. Гаденыша. Мы все в ответе за таких гаденышей. И вы, и мы. Вы мне лучше ответьте, когда мы найдем гаденыша, который бьет стекла в школе. Ищем. Ищем. Спасибо. Спасибо. Ну, до свидания, Лев Антонович. Здоровья вам. А, кстати, там в коридоре еще девочка ждет. Это дочь Виктория Сергеевна. Не переживай. Лев Антонович идет на поправку. Он сообщит важную для тебя новость. Хорошо, Алевтина Васильевна. Я поняла. Лев Антонович! Тише, тише, Инга. Все хорошо. Вам не больно? Нет, мне не больно. Это все из-за меня. Все несчастья происходят из-за меня. Нет, не говори так. Ты большая умница. Вот увидишь, мир еще увидит тебя знаменитой. Мне так жалко вас. Вы прям как мой папа. Спасибо тебе за твои добрые слова. Да. Кстати, помнишь, я говорил, что найду твою тетю? Я нашел ее. И при первой же возможности она приедет к тебе. Ну, давайте я вас провожу. Время уже позднее.
Ну, здравствуй, Андрей Борисович. Здравствуй, здравствуй, Лев Антонович. Проходи. Давай сойдемся уж. С миром. Надоело мне враждовать. Надо все решать по-человечески. Что после этого случая? Ты решил все по-человечески решать? Да. Много передумал, пока лежал в больнице. Хочу только одного. Чтобы у нас школа была самая лучшая. И библиотека, которой нет ни у кого. И парты, Андрей Борисович. Ты же сам этого хочешь. Тебе, как начальнику образования района, не составляет труда. Какой ты директор? Заискивающий стал. Ну, чем я тебе помогу? Чем? Я по рукам связан. Бюджет маленький. Сверху не спускают. Чем могу помочь? Я ж к тебе от чистого сердца, Андрей. Лёва, а Алю от меня увёл от чистого сердца? Ты же знаешь, она всегда любила меня. Ты же был просто другом. Но помнишь, как в той песне? Была тебе любимая, а стала мне женой. Ну и наглец ты, Лев Антонович. Наглый, хромой и пройдоха. Человек сотворен, чтобы мечтать о любви, доброте, красоте. Словно птица он хочет летать, задыхается он в пустоте. Человек сотворен, чтоб творить, созидать красоты идеал, много строить, сады разводить, чтобы мир совершеннее стал. Человек сотворен, чтоб любить дочерей, сыновей, матерей. Он рожден для того, чтобы жить и счастливыми делать людей. Очень хорошо. Молодец, Варя. Ну вот, открыли библиотеку. Теперь у нас появятся новые парты. Теперь будем двигаться к новым целям. Открой музей. А почему бы и нет? Кстати, возвращаясь к музеям и мавзолеям, и, как говорил великий Ульянов Ленин, и я вам всем завещаю, это учиться, учиться и еще раз учиться. А сейчас я хотел бы прочитать стихотворение моего любимого поэта и посвятить вам и нашей особенной девочке Инге, нашему самородку. Людей теряет только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай скорее его вернем, пока он площадь переходит. Давай немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим.
Сейчас с вашей сестрой работает психолог. Думаю, не все еще потеряно. Спасибо вам большое, что помогли. Приютили Ингу. Я просто не знала, что у них все так плохо. Сестра давно не уходила в запои. Но надеюсь, что все образуется. А Инга пока пусть у меня поживет. Хотя, конечно, далеко до школы ездить. Это ничего. Я сам лично буду ее отвозить в школу. И такую девочку нужно на руках носить. Да, Инга? Спасибо вам большое. Инга, все у тебя будет хорошо. Ты будешь счастливой девочкой. Не сомневайся в этом. Спасибо, тетя. Ты такая добрая. Инга. Ты сможешь меня простить? Я попробую измениться. Слышишь? Инга, я обещаю. Дай мне шанс. Что ж ты молчишь? Я не знаю. Ты такая несчастная. Мне надо идти. Тоже мне, учитель, ты истории. Ежели историчка, так чё, короля ей подавай. Царя! Да может быть у меня... Я таких женщин видал на своем веку. О-хо-хо! Тоже мне, интеллигенты. Бледная, нежно душистая, грезят ночные цветы. Вот же, сука. Силой волшебною, силой чудесною эти цветы расцвели. В них сочетались отрады небесною грешные чары земли. Лев, давай только условимся на том, что впредь ты будешь осторожнее. Хорошо, солнце мое. Ради тебя я буду осторожнее.
добром, где непонятная вражда сильнее день за днем. Зло правит миром лишь тогда, когда добро слабеет, когда приемы у добра заведомо честнее. Добро и зло, как свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Добро и зло, как свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Из-под тишка не видит зло преград. Добро ж не ищет никогда ни выгод, ни наград. И кто сильнее в сей борьбе, давно пора понять. Добро и зло живут в тебе, тебе выбирать. Добро и зло, как свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Добро и зло, как свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Добро и зло, как свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Добро и зло, как свет и тьма, как пламя и вода. Добро и зло, добро и зло, из века в век война. Грустить в нем буду подождем.
Но будет в нем конец счастливый, когда его я допишу. Не будет в нем любви фальшивой, свою судьбу я совершу. Своей судьбы я напишу сценарий сам, и роли в нем я сам распределю. Я никому свою судьбу вершить не дам, по чьей-то воле.